Подорожник – самое узнаваемое растение, имеет много полезных свойств. Это не только лечебное средство, но и полезная и вкусная еда. Подорожник растет вдоль тропинок деревенских дорог, во дворах и в садах по всей России за исключением крайнего севера. Авиценна останавливал его листьями кровотечения. Подорожник использовали и на Руси. В народе его называли придорожником-ранником, бабкой и даже черьевой травой. Ботаники его описывают как многолетнее травянистое растение с короткими корневищами и мочковатыми корнями с сочными листьями в форме эллипса и высотой цветоноса до 45 см. Есть несколько видов подорожника, но в фармакологии используется подорожник большой. Цветет подорожник с весны до окончания лета, а плодоносит с июня по октябрь. В качестве лечебного сырья используют листья. Их срезают в течение лета подальше от дорог. Затем их перебирают, промывают и сушат в закрытом от солнца месте, хранят не более 3 лет.